Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы! В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительным, что недопустимы двойные старты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. Они их не подводят. И всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!